Хочешь купить топовый аккаунт в BSS по низкой цене, да к тому же еще с огромным количеством робоксов на балансе, которые ты сможешь потратить в любой игре в Роблоксе? Да и к тому же, эта группа уже работает больше 2 лет, так что переходи по ссылочке в описании, также будет ссылочка еще в комментариях. Так что всем приятного просмотра. Ну и что ж, всем привет, с вами Костик, и сегодня я сниму читик на 5 Simulator X, давно мы не смотрели их, и также будет ссылочка и инжектор в описании, сможете скачать и заюзать. Но говорю вам сразу, как, ну давайте я вам просто покажу дисклеймер. Расскажи мне теперь, кто здесь кто? Надеюсь, на этом дисклеймере вам было понятно, что к чему, и в общем, за любые читы вас могут забанить. Шанс небольшой, но все равно вы можете попасться и вас могут забанить. Ну, в общем, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, а мы уже перейдем, давайте я нажму. Так, Коронел, если что, у меня есть ролик, если вы смотрите в данный момент этот ролик, то есть 27 числа, то вы можете посмотреть этого же числа ролик, где я снял про этот инжектор, как его активировать, как его использовать и все дела. Если что, есть ролик на канале, так что ты сможешь его найти и посмотреть. Так, давайте, ага, нам нужно инжект нажать, давайте инжект нажмем. Так, опа, у нас все выполняется, все запустилось, отлично, опа. И у нас что-то тут запустилось. Так, опа, бэкапет. Опа, и у нас что-то заработало. Давайте F11 нажмем. Теперь мы вот тут что-то-то есть. Смотрите, автофарм. В общем, тут автофарм, как вы хотите. Автофарм может быть жестким, может быть плохим. То есть, смотрите, вы можете атаковать чисто сундуки. Можете фармить нормал. Но я нормал, так понимаю, вы ничего фармить не будете. Вы можете фармить чисто сундуки. Либо вы можете фармить все вокруг вас. То есть вы можете фармить все монеты вот так вот. Если у вас петов много, то у вас будут вот так вот питомцы фармить. Вы вот смотрите, вы стоите просто вот тут вот, где-то стали в АФК, допустим, на любой локации по мере ваших петов. Я вот, допустим, могу стоять на самой последней на основе. Ну, я не пользуюсь читами, мне никак-то не в кайф. Но в любом случае вы можете стоять на любом поле, где вы стоите, и фармить вокруг вас монеты. В общем, это понятно. Так, дальше вы тут можете настроить, что вы и где будете фармить. Также вы можете collect bugs, это получается Новый год, это не нужно вообще. Collect orbs, то есть вы, допустим, вон там где-то поломали, смотрите, вы ломаете там. Давайте он у меня сейчас поломает питомчик вот этот, эту монету. Вот, видите, и у меня просто уже в меня все собирает. Вот у меня монеты собираются, хотя смотрите, на какую я дальность смотрю, все в меня летит. То есть это коллектит все монеты на любом расстоянии. Также enable автофарм, то есть у вас будет автофарм на том поле, где вы стоите. Локацию вы сможете сами выставить, то есть вот эта локация, и вы выставляете, как вы хотите, то есть, ну, локацию, где вы фармите. В общем, это понятно. Дальше что это? Миска, это вы, ага, это похоже с дюпом, анти-АФК, вы, короче, можете в АФК вот так вот стоять чисто 30 дней, ну, в АФК, пока у вас не перезапустится игра, то есть, и вы, как минимум, можете 3 дня вот так в АФК стоять и фармить. Дальше, players, это у нас ноу-клип, но это спид можете подключить, и вы будете быстрее бегать, только ни хрена непонятно, как это выставляется, да? Похоже, это не работает тема. Infinity Jump. И что? Это не работает, понятно. X, вы можете открывать яйца, а в АФК яйца можете открывать, но это понятно. В общем, ребят, вы тут можете разобраться, что к чему. Основные настройки я вам показал. Единственное, так, как это скрыть? Алло, дядь. Вот. На Shift это еще скрывается. В общем, если вам понравился этот ролик, ставь лайк, подписывайся на канал, как я говорил в начале. Напиши в комментарии, что мне еще заснять. Заснять ли мне еще одну серию, или что мне еще показать. Ну а с вами был ваш Костя Пау-Пау. Ну и я ухожу. Красиво районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу. Красиво.